В середине недели в расположение курского баскетбольного клуба «Динамо» прибыла новая разыгрывающая Тимика Джонсон. Имевшая опыт выступления в WNBA и европейском чемпионате, американка в составе курского «Динамо» дебютирует в российской премьер-лиге. Для Тимики Курс – город знакомый. В 2008 году она приезжала сюда на матч Еврокубка в составе израильского клуба «Бнот Хашарон». Тогда играла против «Динамо». Теперь довелось примерить бело-голубую форму курской команды. Я была заинтригована. Появилась прекрасная возможность поиграть в российском чемпионате, и я поехала. Что сказали мои одноклубницы по «Фениксу»? Будь осторожна, береги себя. Специалисты говорят, что Джонсон – игрок скоростной, физически очень крепкий, хорошо видящий площадку и чувствующий партнеров. Несмотря на, прямо скажем, не баскетбольный рост, всего 160 сантиметров, статистика американки впечатляет. В среднем за матч она набирает 9 очков, делает по 3 подбора и 5 атакующих передач. В 2005 году получила звание лучшего новичка сезона в женской национальной баскетбольной ассоциации. Ну, если с этим ростом в НБА она забивает столько очков и делает столько результативных передач, это очень хорошо. Но, конечно, немножко, может быть, сложнее ей бы защищаться в защите под кольцом работать, но она настолько крепкая, что она туда не запустит игрока просто. Выбыв из Еврокубка, «Динамо» неожиданно получила трехнедельный перерыв. Следующую игру курянки проведут только 13 февраля. Так что у команды достаточно времени, чтобы новички Джонсона и Водопьянова поняли, что от них требуется на площадке, выучили комбинации. Осваивая баскетбольные тонкости, американка попутно учит русский язык. Да, нет. And спасибо. Чтобы команда не потеряла форму, тренерский штаб запланировал несколько контрольных матчей. 4-5 февраля «Динамо» проведет две игры с ногинским «Спартаком».